В прямом эфире на канале ТВ5 Новости в студии Игорь Белышев. Здравствуйте. Поджог или случайность? На острове Хортица снова горело здание Цимежа. Это уже пятый пожар за последние полтора года. Сегодня утром загорелась крыша здания. С места происшествия Екатерина Свириденко. Пожар в здании около 9 утра заметила охрана заповедника Хортица и сразу же вызвала спасателей. По прибытию первых подразделений к месту вызова было обнаружено, что чердак сильно задымлен. Проведенной разведкой было установлено, что внутри в перекрытиях деревянное пустотное перекрытие над чердаком. Распространяется огонь внутри. Около полутора часов более 30 пожарных ликвидировали возгорание. Источник огня находился на так называемом техническом этаже. Причиной пожара стал человеческий фактор, говорят спасатели. Это был предумышленный поджог или это был случайно брошенный окурок, либо, может быть, разбирали, пытались металл в здании воровать. Сейчас сказать сложно, но стоит отметить, что здание уже далеко не первый раз горит. Здание уникальной архитектуры, построенное в 50-е годы, сейчас принадлежит Национальной академии аграрных наук. Руководство заповедника Хортица давно планирует сделать это здание одной из туристических достопримечательностей острова. Но собственники Цимежа на этот шаг не идут. Национальный заповедник Хортица уже стільки років просить у Академії аграрних наук, щоб будівлю передали нам на баланс, щоб ми її експлуатували, ремонтували і так далі. А на жаль, не передають. І спасателі, і руководство Національного заповідника Хортиця говорять, здание могли поджечь умышленно. Несколько лет оно не охраняється і постоянно подвергається нападкам вандалов. Заповідники предполагають, здание в центрі острова кому-то приглянулось і з тих пор його умышленно розрушають, щоб позже забрати в собственность. Настільки мені відомо, наскільки ми рахуємо, п'ята пожежа. Але я наголошую, що це все відбувається протягом останніх півтора року. Екатерина Свириденко, Олег Мовчанюк, ТВ5. Поддержать Авдіївку. В Запорожжі создають штаб по оказанию гуманитарной помощи. Об этом сообщили представители городского совета. Сегодня первый автомобиль с продуктами уже отправился в зону АТО. Также в Запорожье подсчитывают количество свободных койко-мест в больницах, модульном городке и общежитиях на случай, если необходимо будет принимать переселенцев. Сейчас городские власти налаживают контакт с местными властями Авдіївки, чтобы составить список необходимых вещей. Что нужно и как можно передать гуманитарную помощь, мы расскажем в наших последующих выпусках новостей. Восстановить рубежи. Накануне бойцы батальона «Донбасс Украина» скрытно выдвинулись на позиции противника и заняли их. Напомним, территория села Новолуганская по минским договоренностям считалась подконтрольной Украине, но там находились боевики. Немалый вклад в успешное выполнение боевой задачи внесли и запорожцы, которые проходят службу в подразделении. Об этом далее в сюжете. Артобстрелы в районе Светлодарской дуги сократились, однако тяжелое вооружение противника продолжает работать в позднее время суток. Стрелковые бои и провокации происходят ежедневно. По нашей позиции работал снайпер довольно-таки с близкого расстояния. Нашли место, откуда он работал. В ближайшие дни будем отрабатывать эту позицию. Ну и так, артобстрелы. О людях, которым удалось избежать фатальных последствий, говорят, родился в рубашке. А боец с позывным «Малой», похоже, родился в бронежилете. Вчера мне по ногам стреляли. Ну, сзади я шел, поднимался. Вот так вот. Одна между ног пролетела, одна вот здесь сбоку. Хрен его, там где-то сидел, наверное, ночью с тепловизором. Спасти может жизнь бойца только хорошо укрепленное сооружение. Ну, как, например, блиндаж. Сверху слой земли очень большой, оно капается, как после платон построили. Он просыхает, когда просыхает хорошо, очень теплое. Такое теплое, я смотрю, у нас даже камеры запахли. Очень теплое. Да. В батальоне немало запорожцев. Бойцы передают привет родному городу и своим близким. Передаю привет Запорожью. Не переживайте, родина под контролем, не в опасности. Всем друзьям, близким, родным, всех, кто меня знает. Витахе другу привет. Служит в подразделении корреспондент телеканала ТВ5 Тарас Шевченко. Накануне он был награжден орденом за мужество. Это за, когда мы стояли в Маринке. Приятно, конечно, но для меня это такой опыт. Меня никогда ничем не награждали, никогда. Привет из родного Запорожья. Коллектив ТВ5 передал посылки на фронт. Наши коллеги и друзья передали тебе гостинцы. Спасибо. Здесь. Спасибо. Чтобы ты знал, что мы о тебе помним, мы скучаем за тобой, ждем уже, когда ты вернешься, и всегда будем поддерживать. Хорошо, спасибо большое. Благодарим тебя за смелость, мы с тобой очень гордимся, желаем сил, терпения и везения.
Ньюсрум. Хочется поблагодарить всех, которые, всех работников ТВ5, всех, кто меня знает, кто не знает, то, что вы помните о нас, о всех, о солдатах, о военных. Мы продолжаем следить за развитием событий на линии фронта. Более подробно о происходящем в зоне АТО смотрите в спецпроекте «Донбасс сегодня» в понедельник, 6 февраля в 19:45. Евгения Мельник, Юрий Васильченко, Александр Гоц, Александр Кравец из Донецкой области. ТВ5. Библиотека для солдат. Депутаты Пологовского горсовета инициировали бессрочную акцию «Книги для защитника». По мнению организаторов, она поможет поддержать боевой дух украинских военных и отвлечься от негативных мыслей. Подробнее об акции в материале Екатерины Шапки. Акция «Книга для защитника» стартовала в Пологах неделю назад. Ее инициатором выступила Валентина Шашко. Идея возникла благодаря воспоминаниям. Ще коли я працювала в школі, для одного з моїх учнів батьки зібрали посилку і відправили, він був воїном-інтернаціоналістом. І от ви собі представте, від з далекої України, невеличкого села, у далеке афганське місто Шенган була відправлена посилка не з їжею, не з одягом, а іменно з підручниками, тому що хлопець мріяв навчатися. І от зовсім недавно, на Різдвяні свята, листаючи сторінки соціальних мереж, я побачила про те, що наші учасники АТО, хлопці, теж читають, особливо в госпіталях. Ідеї зібрати бібліотеку для воєнних Валентина поділилась з колегами. Акцію підтримали багато горожани. Я все рівно вважаю про те, що книжку, живу книжку, її нічим не заміниш. Вона – це частинка тепла тих людей, я так думаю, що буде тих людей, які з дому, де вона лежала, де вони її читали. Оте тепло та позитивна енергія, вона принесе нашим бійцям, я думаю, такі позитивні емоції і підтримає їх там іменно духовно. Среди принесенных книг – классика, история, романы. Пологовчанка Валентина увлекается детективами. Говорит, перечитала их много. 10 книг принесла для украинских солдат. Эти истории мне принесли пользу. И, честно говоря, хочется поделиться с солдатами. Во-первых, это очень увлекательные книги. Ты читаешь книгу и переживаешь ту же историю, где-то, может, человек этот... твою жизнь прожил. Для всех пологовцев, которые планируют присоединиться к акции, Валентина предлагает ее разнообразить. В книге можно написать даже каждому солдату, можно там, может, я имени его не знаю, а просто подписать и сказать с любовью, там, читай, я тебя благодарю за твою службу, благодарю за то, что ты воюешь за меня. Вот именно даже можно слова благодарности в каждой книге написать для солдата. Это очень будет приятно ему, я думаю. Литературу для солдат принимают в Пологовском горсовете, кабинет номер 15. Военным планируют передавать и церковную литературу. Ви вирішили звернутися до наших церков про те, щоб ми знаємо таку інформацію, що в них є, ми хочемо зібрати Євангеліє на українській мові і передати нашим бійцям. Акція безстрочна, а книги на фронт і в госпіталі будуть передавати по мірі поступлення. Першу відправку планують зробити уже в середині февраля. Екатерина Шапка, Олександр Доля, Пологи, ТВ5. Помощь пернатым. Сильные морозы подтолкнули школьников школы номер 54 задуматься о наличии скворечников и кормушек. Дети решили объявить акцию, призывая запорожцев помочь птицам пережить холода. Детали у Сидонии Аракелян. На днях в нашу редакцию новостей пришло огромное количество писем от учеников 2 класса 54 школы. Они просили помочь им в акции «Сделай кормушку для птиц». Люди помогают птицам выжить зимой. Спрятаться от метели и снежных бурь, когда через снег, морозы и вьюги они не могут самостоятельно ходить себе корм. Дети в своих письмах призывают запорожцев кормить бездомных животных и даже построить дом для оленей. Прошу показать передачу на эту тему, которая бы смогла напомнить всем о необходимости оказания помощи птицам и животным зимой в силу своих возможностей. Но для начала дети решили сделать кормушки своими руками. Их разнообразие удивляет: деревянные, пластиковые, некоторые и вовсе с особым дизайном. Это папа помогал. Но он взял дерево и как-то начал, не знаю, делать. Я подстелила под низ листья, чтобы птичкам было тепло. Дети вместе с классным руководителем украсили двор своей школы кормушками, приготовили и корм для будущих посетителей. Я сделала кормушку, потому что птицам жалко, им холодно, нечего есть, люди
должны помогать. Вот это папа делал целый день. Вот это. А вот, вот эти все части мы делали там до 10 минут. Птичкам надо помогать, кормить их, чтобы они были здоровы, а главное, им не холод, а голод. Школьники развесили кормушки и наполнили их едой. Теперь надеются, что это сделают и другие жители города. На уроке мы с ними как-то вместе решили, что нужно привлечь общественность, потому что мы маленькие можем это сделать, а взрослые люди, им же еще легче. Поэтому мы решили с помощью вас поделиться с людьми нашим хорошим делом и чтобы привлечь побольше народу. Сидония Аракелян, Эдгар Копытов, Руслан Шевченко, ТВ5. Операция «Летучая мышь». Представители сразу двух областей – Запорожской и Харьковской – спасли жизни 400 особей вида «Рыжая вечерница», который занесен в Красную книгу. Их гнездо случайно разрушили во время ремонта. Рукокрылые на зимовку разместились на одном из балконов многоэтажного дома в Запорожье. Защитники природы забрали животных домой, отдать им постоянный приют согласились в реабилитационном центре Харьковского экопарка. Зимовье летучих мышей обнаружили ремонтники. Животные прятались в деревянном каркасе балкона за слоем стекловатой. Спасать рукокрылых прибыли защитники природы. У нас было 4 человека. Мы собирались на протяжении 45 минут. Находку переложили в ящики и забрали домой. Потревоженные мыши начали просыпаться. Пришлось их и поить, и кормить. Вообще выходить мышку – это не такое уж легкое дело на самом деле. То есть нужно специальным кормом кормить. Нужно взвешивать. У вечерницы нормальный вес где-то 26-28 граммов. Если истощить, то нужно каждую докармливать. Помощь запорожским зоозащитникам предложили в Харькове. Центр реабилитации рукокрылых согласился разместить спасенных вечерниц у себя. Запорожские защитники животных собрали пожертвования и пошили специальные мешочки, в которых будут зимовать летучие мыши. Их помещают вот такой вот мешочек. Ну, они могут быть разного, это не важно. Обычная хб-ткань или джинсовая ткань. Она должна быть очень плотная, чтобы мышки ее не прогрызли. Вот так он завязывается. Здесь будет веревочка. И время от времени сотрудники центра, они будят мышку, они проверяют ее вес. Если она истощена, ее кормят. Если она не истощена, ее опять же помещают в спячку. В Харьковском зоопарке живет 400 летучих мышей. С запорожскими численность удвоится. Сегодня днем волонтеры перевезли вечерниц в Харьков. Мы привезем их в центр реабилитации рукокрылых. Там ребята взвесят каждую мышку, окольцуют, напоят и решат, кого нужно кормить, кому необходимо, кто истощен, и а кого можно отправить в холодильник спать. Павел Васильев, Олег Притыкин, Руслан Шевченко, ТВ5. Народные обереги с авторским взглядом. В отделе искусств Запорожской областной библиотеки открылась персональная выставка Инги Янкович «Оберег». Экспозиция охватывает работы разного периода. Это куклы-мотанки и вытынанки. На выставке художница также представила и свою авторскую технику. Больше расскажет Мария Маркелян. Для Инги Янкович экспозиция, представленная в областной библиотеке, событие символичное. Именно в этих стенах 20 лет назад проходила ее первая персональная выставка. Сегодня директор художественного музея представила более 40 работ. Одно из ее увлечений – вытынанки – искусство вырезания из бумаги. Я використовую самые народные образы и такие прадавние символы, очень часто такие космогоничные символы, то есть символы, которые рассказывают про солнце, про землю, про світове дерево, про цю таку прадавню міфологію. Вона мені завжди така цікава була, і я намагалася собі уявити, як прадавні люди уявляли собі світ, як вони його пояснювали для себе, як вони жили в тому світі. Символизм заложен и в куклах-мотанках, которые Инга Янкович мастерит из ткани и травы. Куклы разных размеров, есть и карманные, и полуметровые экспонаты. Коли я їх роблю, я завжди з ними розмовляю, і мені завжди хочеться зробити так, щоб вона була дуже гарна, дуже симпатична, дуже красива. Якщо не намалювати обличчя, то можна уявити будь-яку вираз обличчя на цій ляльці. Вона може і сміятися, і плакати, вона може і сумувати, і радіти, будь-що. І це все є в уяві дитини. Следуя традициям народного искусства, Инга Янкович сумела виробити унікальну авторську техніку.
И у нее такие интересные стампы представлены. То есть их можно тоже назвать оберегами, потому что они представляют из себя картины, которые напоминают кукол Мотанок. Это обязательно крест из ниток и обязательно какие-то природные материалы, которые в основе этих эстампов. Очень интересно. Мы первый раз столкнулись с такой техникой, и я думаю, что это действительно ее можно запатентовать. Выставка работ Инги Янкович в Запорожской областной библиотеке продлится до 25 февраля. Мария Маркелян, Олег Мовченюк, ТВ5. Через какие испытания придется пройти девушке из провинции на пути к своей мечте в большом городе? Смотрите в сериале «Поцелуй» сразу после выпуска новостей на ТВ5. Это была последняя информация о выпуске. Напоминаю, актуальные новости города и области вы всегда можете найти на нашем сайте tv5.zb.ua. В студии работал Игорь Белышев. Увидимся в 17:00.